Всем привет, друзья! Вы на канале Розы от Сережи. Сегодня и только сегодня. Я уже разучился опять, Кис. Что мне делать? Не говори ничего, молча, все молча. Молча? Угу. Так, что у нас? Нема настрою пока. У нас тут будет... Смешно это, ладно. У нас чего будет я кустовая смешно? Роза Рубски. О, ты, смотрю, активная. Будет... Давай, ты тогда будешь. Да. А можешь сказать, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Нет, это не по мне. У нас тут дельфиниум. У нас астер кустовой лавандового цвета. И у нас гортензия такого зеленого. Кстати, она очень классно подсыхает. Может быть, как сухоцвет. И у нас, не помню, как называется, читок или как он называется. Мачиток? Очень люблю его. Не помню. Это. Очень люблю его. Еще капуста декоративная или заячья, не знаю. В общем, обожаю его. Он зелененький, потом вот начинает розоветь, потом такой бордового цвета ближе к поздней осени. Так, начинаем собирать, делать такой воздушный. Отлично. Цвет. Мне так нравится, что мне надо ничего не надо говорить. Так, будем. А, еще у нас листики черноплодки очень круто смотрятся. Мне напоминает салал. Там просто срубили дерево, куст, вернее, черноплодки. Они такие прям длинные, такие стебли. Вот прям для букетов самое то. Это прекрасно. Использовать. Это прекрасно, друзья. Собираем, делаем такой кругленький. Мы немножко выпали из эфира на пару деньков, перезагрузились. И готовы. Ну, еще не совсем готовы, но со временем раскрутимся. И пойдет контент опять литься рекой. Да, кисонька? Видите, Ирина Федоровна перезагрузилась лучше, чем я, походу. Песни поет тут. Я на родину сгоняла, место силы. Да, 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 да. Что, будем читать комментарии или ну его? Ну его. Не будем? Настроение не комментаторское. А что правда, будем? Правда, ты будешь молчать. Пусть задают вопросы. А, мы же не сможем сейчас ответить. Ну, давай чуть-чуть, ладно, комментарий. Вдруг что-нибудь приятное написали. Анастасия Овчинникова пишет нам, друзья. Мерзкое ощущение, что мужского голоса за кадром и его словечек. Ну вот что вам? Настя не сиделась дома просто. Вот надо было вам опять обязательно ляпнуть вот это вот. И так у меня настроения комментария не было читать. А вы мне еще тут со своим комментарием вообще все. Убили. Убили меня просто. Анастасия меня убила. Ну ничего. Ничего. Больше не буду. Ну ладно, может кто-нибудь все-таки что-нибудь нормальное написал. Давайте еще разочек пробую. Татьяна пишет, дякую за українську озвучку, гарно так. Дякую, Татьяна, это уже получше, уже начались комментарии, вот это я уже понимаю, спасибочки. Наталья Рысева пишет нам, очень нравятся круглые букеты, мне тоже, Наталья, тоже Ирине Федоровне как нравится, она постоянно делает круглые букеты. Каждый день по 30 штук примерно. Круглые, конечно, вот нет. О, вот этот давай сделаем круглый. Он уже почти круглый, кисонька. Он будет кругленьким. Будет кругленьким, как полевой? Угу. Понятно. Так я посмотрю, или антенн нету. Антенн. Кейт Эндрю пишет. Или Эндрю. Попробовала вашу упаковку, все получилось. Букет выглядит очень воздушно. Буду еще так делать. Моменто. Спасибо, Кейт. Конечно же, делайте, делайте обязательно такую упаковку. Ну, не только такую, разную делайте. Запрос микс цветов. Микс цветов у нас да, сегодня да. будет. Я возьму цинию. Обожаю цинию, особенно когда цветы такие вот зеленые, персиковые всякие. Надо в следующем году насадить много цинии. Много, да? Прикольно, да, такой необычный, яркий. Сочный. А для кого? Для
дымщики. Ну, для какой дымщики? Это, знаю, штука ты, потому что ты будешь завозить доставочку. Так, Лариса Юлтыева пишет вам. Пишет нам, вам. Спасибо за видео. Всегда вдохновение получаю перед работой. Я флорист. Вот так вот. Спасибо вам за ваши комментарии, друзья. Как вы видите, очень мне нравится их сегодня читать. И у нас уже почти все готово. И будем переходить к упаковочке. К упаковочке. Экзотическая. Интересный букет, да? Интересных цветов. Ну хорошо, снимем. Снимем. Если надо, значит снимем. Так, друзья, у нас упаковочка. Как вы могли заметить, также в этом букете появилась прекрасная гвоздичка еще. Поэтому грех лайк не поставить. Я бы так сказал. Но не буду. Ирина Федоровна, продолжайте. Яхан, ну, рассказывай мне что-нибудь. Яхантовая ты моя. Что, заворачиваем пытаемся сделать круглую форму. Ну, а такая задача стояла у нас или что? Нет, просто букет круглый. Ну, тебе тут пишут. Букетики хотят, букетики. Букетики, 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 конфетики. Так, ладно, тогда переходим дальше к вашим комментариям. Раз Ирина Федоровна у нас такая неразговорчивая. Следующий комментарий пишет нам Татьяна. Очень нравится ваша упаковка и скорость, с которой вы упаковываете. Даже на войне мы не перестаем радоваться обычным вещам, красивым цветам, прекрасному солнечному дню, несмотря на очередную тревогу. Сил вам, Татьяна, сил и терпения. Да, радоваться надо. Разные бывают ситуации в жизни, да, но если загонять себя постоянно и об этом думать, то можно свихнуться головой, мне кажется. Надо перезагружаться. Галюшка пишет нам. Вас смотрят и обычные люди, и необычные люди-флористы. Смешно, смешно. Спасибо, Галюшка. Далее нам пишет Наталья Сылова. Приветствуем. Кому не нравится, когда цветы как с огорода, вы не в тренде. Флористика идет к природному стилю, ибо нет ничего лучше созданного самой природой. А что там, кому-то не нравились? Это точно. Ага. Не знаю. Наверное, кому-то не нравятся цветы с огорода. Я не понимаю таких людей вообще. Огород – это вообще темка. Марина Гадиева пишет. Здравствуйте, красивые люди. Как приятно смотреть на вас и на ваши прекрасные букеты. Спасибо. Спасибо. Саманта Джонс пишет. Побежала собирать, как раз все в наличии. Саманта, надеюсь, все получилось у вас. Как там у вас прошли эти первоклассники пошли, как у вас там? Лариса Юрчук пишет. Які ви молодці. У нас є друзі, які приїжджали кожний рік і розвивались на території прапор Білорусі і України. І ми, батьки, раділи їхньої дружби. Як хочеться, щоб все вернулося. Теж дуже юморні друзі. Да. Да, Лариса, очень хочется. Для меня это тоже личная боль. Не могу проехать 100 километров к своим братикам, тетям. Ну, в общем, конечно, мои проблемы по сравнению с постоянной тревогой, это ерунда. Чаша Дромева пишет, флорист, взяла идею на 1 сентября у вас, спасибо большое, я вас всегда смотрю и удивляюсь девушке вашей, какую красоту из простого можно создать. Спасибо большое, спасибо. Далее, Лариса Зайцева, наряды у Сереги круче и круче день ото дня. Понятно? Кисонька, понятно тебе? Супермодник.
спасибо большое за комментарий. Наташа О. Как это не смотрим? Покрутила букеты, села перекусить и зашла в YouTube. Спасибо, Наташечка, что смотрите. Надеюсь, и это видео вам понравится. Я, конечно же, был в нем немного растащенный. Ну, ничего, для разнообразия, так сказать, и так подойдет, я думаю. Вам понравится. Посмотри, пожалуйста, кисенька, что получилось. Мы сейчас завяжем ленточку и еще ближе посмотрим, что получилось. Зафигачить прям надо, да? Что? Давай, покажи. Покажи букет. Чего? Ну, покажи. Ну, кисенька. Ну, покажи, хорошо, я заново, я вырежу. Посмотрите, друзья, какое чудо получилось. Ленточку покажи еще. Ну, такая вот ленточка. Все как надо, в общем. Все, друзья, на связи.